В 2024 году по Самаркандской области планируется сэкономить 2 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Это станет возможным благодаря ремонту трансформаторных пунктов и улучшению инфраструктуры электропередач. Рабочая группа, созданная в Джамбайском районе, работает и над газообеспечением. Особый акцент на увеличение использования возобновляемых источников энергии. Ведь зеленая энергетика становится одним из драйверов нашей экономики. Согласно решению Кабинета министров, по Самаркандской области было определено сэкономить чуть выше 195 миллионов кубометров газа и 574 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Как было выявлено в ходе изучения, план по сбережению ресурсов выполнен не полностью. Сэкономлено всего более 170 миллионов кубометров газа и 507 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В Джамбайском районе в качестве эксперимента начаты практические работы для обеспечения выполнения поставленных задач главой государства. В здании районной администрации создан штаб по разработке программы энергосбережения и энергобалансов. Здесь же решаются злободневные вопросы населения, связанные с коммунальными услугами. Контроль за выполнением всех задач осуществляет областная прокуратура. На видеосекторном совещании 28 февраля текущего года под председательством президента была отмечена необходимость экономии энергетических ресурсов. Вместе с тем подчеркнута неэффективность проводимых практических работ в этом направлении, в связи с чем ответственным лицам даны соответствующие поручения. В частности, приняты меры по тщательному изучению и устранению причин невыполнения целевых показателей энергоресурсов, полученных в 2023 году. В настоящее время сформирована рабочая группа, которая ведет свою деятельность в Джамбайском районе. Основной целью всех этих мероприятий является разработка и обеспечение реализации программ энергосбережения и энергобалансов на 2024 год. Сотрудники районного отдела газоснабжения проводят плановые обходы в домах жителей, информируя их о методах экономии природного газа. Его должно хватить на всех. Главное – рационально распределить имеющийся запас ресурсов. Разработаны меры в области экономии природного газа по 5 направлениям в 2024 году. Только в Джамбайском районе в течение одного года планируется сэкономить 9 миллионов 600 тысяч кубометров газа. Рабочая группа ведет изучение и разъяснительные работы с населением на местах. Также ведется работа по ликвидации технологических потерь в газопроводах. Проводятся ремонтные работы по устранению неполадок в газораспределительных станциях, демонтажу и переходу на двухуровневую систему газоснабжения. В планах на 2024 год экономия 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии за счет ремонта трансформаторных пунктов и улучшения инфраструктуры электропередач. Процесс уже запущен в Махалле Самарканд Джамбайского района.